И совершенно неожиданно, что, так сказать, мы с Мариком здесь. Для меня это большая честь. Я Леню знаю меньше, наверное, многих, но должен сказать, что тоже довольно долго. С Леней мы познакомились, когда он покупал футбольную команду. Не так много людей в этой эмиграции вообще даже допускали мысль, что можно купить футбольную команду. А Леня покупал футбольную команду и купил. Он открыл страховую компанию и работал. Он стирал и без того чистые джинсы Леви Страус. Это по-настоящему гениальный человек. Я никак не мог понять, откуда он брал деньги. Сегодня мама раскрыла маленький секрет. Вы слышали эту историю с чемоданчиком? Леня, я тебе желаю всего самого-самого лучшего. Ты действительно человек, за которого стоило нам сидеть 6 часов в аэропорту Нью-Йорка. Я уговаривал двух капризных дам, что это и есть радость. Когда Йок сидит и бьет камнем по одному месту, его спрашивают, когда ты получаешь удовольствие? Вот только когда промахиваешься. Леня, мы рады, что мы здесь. И сегодня, когда мы видим, что ты празднуешь свою балмицу, я закончу тебе пару слов, как мы договаривались, Афиныч. Заги зунд, май тайра френд. Их бил, за что заги зунд, и шкондер цванцинг. Он за что рейд на Афиныч в их. Дорогие друзья!